Ребята, привет! Сегодня мы поговорим о теме «младший партнер». Скорее всего, в своем клубе вы уже слышали о том, что компания Herbalife предоставляет много возможностей. Есть возможность пользоваться продуктами, чувствовать себя лучше, иметь более высокий уровень энергии. Но есть еще возможность как-то встать финансово на ноги, не увольняясь со своей основной работы, постепенно создавать себе запасной аэродром и выходить на уровень дохода, который сначала позволит вам окупать свое персональное использование, потом, возможно, использование своей семьи, и со временем, когда у вас появится эта уверенность, создать себе новую профессию и зарабатывать деньги, о которых вы в самом начале знакомства с Herbalife могли даже себе и представления не иметь, и даже не мечтать. Несмотря на то, что наш бизнес не требует никаких инвестиций, заняться этим бизнесом может фактически каждый человек, у которого есть амбиции или желания. В любом случае, начиная такое серьезное ответственное дело, хотелось бы как-то не рисковать ни деньгами, ни силами, ни надеждами какими-то своими. У нас специально для таких ребят, которые еще не уверены в себе, появилась уникальная возможность, уникальная программа, которая называется «Младший партнер». Это тот самый случай, когда вы под присмотром более опытных наставников можете освоить все навыки и умения, можете попробовать себя в роли организатора клуба, не рискуя фактически ничем. Есть еще один замечательный плюс. Те ошибки, которые вы, скорее всего, будете совершать по пути, всегда будут профессионально поправлены деликатно вашими наставниками. И в тот момент, когда у вас появится круг клиентов, которые, несомненно, получат результаты, в этот момент вы уже будете абсолютно готовы открывать свой собственный клуб, и вы сможете туда перейти с группой клиентов, которые вы создали в родительском клубе, которые получили результат, которые будут являться основой, костяком вашего будущего клуба. Итак, что нас ожидает в программе «Младший партнер»? Несмотря на то, что вы являетесь профессионалом в какой-то своей области, вы можете быть хорошим учителем, вы можете быть хорошим краснодеревщиком, вы можете быть специалистом в разных областях, но Herbalife предлагает профессию будущего. Это профессия консультанта по питанию или организатора клуба, или организатора сети клубов. И, скорее всего, вы в этом деле пока мало что знаете, мало что понимаете, поэтому нам придется приобрести новую профессию, новые навыки внутри этой профессии. На это уйдет у нас какое-то время, у кого-то больше, у кого-то меньше. В свободные часы, если у вас есть такая возможность, вы можете поставить себе задачу и шаг за шагом осваивать навыки и умения внутри этой профессии. У каждого из вас есть совершенно потрясающие наставники. Как правило, это несколько опытных людей, лидеров, которые в этом деле гораздо раньше, чем вы, и они совершили уже огромное количество действий. Они четко понимают, что в этом бизнесе работает лучше, что работает чуть-чуть хуже. И они помогут вам пройти этот путь, они возьмут вас за ручку и приведут вас в ту точку, о которой мы договоримся. С чего можно начать? Можно начать с целей, с постановки целей. Возможно, вы сейчас уже определились с тем, что вы хотите. Кто-то из вас хочет, например, какое-то количество свободных часов в неделю научиться, помогая другим людям, окупать свое личное использование или использование своей семьи. Для этого нам придется создать круг клиентов, помочь им получить результат. Если мы поможем людям получить результат яркий, то эти клиенты станут постоянными клиентами, а ваш доход в этом бизнесе станет постоянным. А лучше всего это делать, будучи младшим партнером, под пристальным взглядом и поддержкой своего спонсора. Поэтому давайте начнем с самого начала. Во-первых, нам нужно составить план, куда мы идем. Нам нужно создать круг клиентов, для этого нужно научиться назначать встречи, проводить встречи. Нам нужно будет тех людей, которые купили у нас первые абонементы или купили первые продукты, а это еще не клиенты, это люди, которые всего лишь решили попробовать. Нам нужно помочь этим людям стать довольными, сделать так, чтобы они из месяца в месяц сами голосовали своими деньгами за то, чтобы быть с этим продуктом. Нам нужно сделать так, чтобы это были довольные клиенты. Если они станут довольными клиентами, если они придут в состоянии восторга, это зависит в большей степени от нашего клуба, в котором мы стажируемся, в котором мы являемся младшими партнерами, то, скорее всего, эти люди перейдут в следующее состояние. Они станут амбассадорами, они за ручку приведут самых близких, дорогих себе людей. Они захотят им такого же добра. Шаг за шагом, встреча за встречей, будет расти круг ваших клиентов. И в тот момент, когда количество ваших клиентов достигнет, может быть, 15, 20 или 25 активных клиентов, то, скорее всего, внутри родительского клуба уже будет создан ваш
собственный клуб, и решение отделяться или там открывать свой собственный клуб, это будет дело техники. Если вы уже полюбили наши продукты, если вы любите формат клуба, если вы активно участвуете в мероприятиях клуба, и вам хотелось бы быть в клубе часто и много, и вы хотели бы в этом направлении как-то двигаться, то, в принципе, это явные признаки того, что вы потенциальный младший партнер. Что нам нужно для того, чтобы стать младшим партнером? Ну, во-первых, наверное, договориться с организатором клуба и заявить о своих намерениях. А у вас появляется возможность выстраивать круг клиентов и помогать людям, делать свой маленький частный бизнес, инвестируя сюда там, в арендную плату этого помещения, а на правах младшего партнера принести, обеспечить все свои проданные абонементы продуктом и постепенно, человек за человеком, создавать и удерживать круг довольных клиентов. А что нам это дает? Во-первых, нам это дает возможность участия в различных промоушенах, это дает возможность участвовать в различных программах, в частности, в программе развития клубов, в различных квалификациях. Вы можете понимать, что, продавая абонементы своим клиентам, вы можете повысить количество очков, они начинают использовать продукты, каждый завтрак несет в копилку вашей квалификации какую-то свою долю. Итак, домашнее задание. Обратитесь к своим наставникам, к своим опытным организаторам клуба и спланируйте с ними начало вхождения и условия вхождения в программы «Младший партнер». Воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Удачи вам всем!